Смертельный каньон. Кто из участников сможет пройти дальше? Может, это будет трехколесный болид, барабит или карт Ашотика Кибершотика? Возможно, вы проголосуете за мощный грузовик, боевик. Ну или за двухэтажный автобус Галапопис. Скорее всего, это будет машинная капибара. А меня зовут Юрий, и это игра под названием BMNG Drive. Сегодня будем выбирать самый эпичный перелет машин через жаркий каньон Колорадо. Поставь этому ролику лайк и в комментариях напиши свою оценку перелета через каньон. Я обязательно прочитаю. Полетели! В прошлой серии Ванёк Торопов и Евгений Казаков проголосовали за Ашотика Кибершотика и водителя Селы Дуну. По итогу вылетает два водителя – Легенда и Дядя Фрэнк. А остальные проходят дальше, они апгрейдили свои машины, и сегодня мы их увидим. Как обычно, я буду ставить оценки от 1 до 10. Если водитель смог перепрыгнуть обрыв и коснуться до моста на другой стороне, автоматом прибавляет 2 очка к общей оценке. А первый на старте – Человек-паук. Он купил подержанную тачку в объявлении и сказал, что его обманули. Как-никак, я Человек-паук. Купил себе тачку по объявлению. Прихожу на место, выкатывают какой-то болид трехколесный. Ну а что, пришлось забирать и к вам сюда ехать. Дебютный заезд и сразу плюс 2 очка к общей оценке. Итог 5 из 10. Следующий на старте Ашотик Кибершотик. Он был очень рад, что вы проголосовали в комментарии за него. Теперь он может продолжать бороться за первое место. Ванёк, вы думаете, я слабый, что ли? Вы голосуете комментарии с голова хавать, блин! Хватит голосовать! Я все равно сильнее всех. Да, самый сильный участник, который не смог перелететь через каньон, остается без бонусного балла. Итоговая оценка 3 из 10. Наш прошлый победитель заезда, опасный тип, славится своим тяжелыми шинами. Теперь вместо носорога он прикрепил сюда гребень. Тут, к счастью, снега нету. Интересно, что он будет здесь убирать? Теперь легенда. Попробуй меня догони. Я буду всегда первый. Этот водитель точно лучший. Смог перепрыгнуть каньон, заработать бонусный балл. Итоговая оценка 7 из 10. Этого водителя вы тоже спасли от вылета. Сел и дунул. Апгрейднул свой автобус-барабобус в двухэтажный Галапопис. Вы только посмотрите. Если вы спрашиваете, где я нахожу это все, то я не скажу. Потому что будут проблемы, вы понимаете, да? Просто сел и поехал. Можно просто пристегнуться. И будет все хорошо. Водитель не смог пересечь каньон, зарабатывает себе в копилку 6 из 10. А последний водитель – американский изобретатель по имени Джон. По его версии, машина капибара может парить над небесами. Сейчас мы это все проверим. Hello, I'm John. Oh, yes, you speak Russian.
Путин, водка, балалайка. Похоже, эксперимент провалился. Машины капибара совсем не умеют летать. Но бонусный балл все же заработан. Общая оценка 8 из 10. Вот такой встречи точно никто не ожидал. Горячий каньон Колорадо принял всех, и подходит время, чтобы огласить оценки. Внимание на экран. Правила те же самые. Занявшие места водители с 1 по 3 место остаются на следующий выпуск, а 4 и 5 вылетают. Зрители вправе отдать свой голос в комментариях. Я обязательно все прочитаю и сделаю итог в следующем ролике. Так что скорее спасай своих любимых водителей уже сейчас. Огромное всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. В описании будет ссылка на плейлистик. Делитесь с друзьями. Мы с вами заканчиваем. Всего доброго. До встречи. Всем пока.